Всем добрый день. Сегодня у нас набор аксессуаров для фото, а именно винты 1/4 для подключения какого-то фотооборудования или фотоаппарата. То есть вот поставляется в количестве 5 штук. Для чего необходимы эти винты? Потому что часто производитель, например, какого-то оборудования поставляет просто винты, то есть и иногда требуется монетка для того, чтобы закрутить данный винт в тот аксессуар, который вы хотите установить где-нибудь. Ну а здесь уже продается специальный ушком для того, чтобы удобнее было прикручивать. Так, ну и, как говорил, что резьба 1/4 дюйма. То есть, вот, например, есть у меня штативная голова. То есть, здесь есть уже такой же винт. Похожий. Единственное, он немножко другого исполнения. То есть здесь ушко из проволоки, а здесь более благородно прикреплен к винту. Ну и еще здесь есть еще, помимо того, что отвертки и ушко, есть еще и шестигранник для ключа. То есть можно здесь 3 способами закрутить, здесь только 2. То есть либо отверткой, либо монеткой, ну, либо при помощи этого ушка. То есть резьба соответствует. Так, ну и здесь вот, можно привинчивать либо фотоаппарат, ну, либо другое какое-то фото-видео оборудование. То есть обычно покупается достаточно много для того, чтобы в случае, когда у вас придет оборудование с винтом без хомута или ушка этого, можно было спокойно заменить и не мучиться исканием и ношением монет. Так, ну, сделано качественно. Можно применять в своей деятельности фото-видео при закреплении различного оборудования. Итак, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Удачных распаковок покупок. Всем до следующего видео. Всем удачи и до свидания.